Бананы не растут на деревьях, а на клондайках, больших травяных растениях, которые могут достигать высоты до 15 метров. Также бананы являются одной из самых распространенных фруктовых культур в мире и содержат больше, чем 90% воды. Слон – единственное млекопитающее, которое не может прыгать. Акулы могут засыпать только полушарием мозга. Это значит, что они не могут перевести свой весь организм в режим глубокого сна, как это делают многие другие животные. Чтобы сохранять подходящий уровень кислорода, акулы должны постоянно двигаться, что делает их одними из самых активных созданий в океане. Жирафы могут прожить без воды до 2 недель за счет воды, которая содержится в растительности, которую они едят. Гепард может развивать скорость до 113 км в час, что делает его самым быстрым земным животным на планете. Однако, из-за такой высокой скорости, гепарды могут устать и остаться без добычи. Поэтому, они проводят большую часть дня, отдыхая.